Каждый человек предпочитает отдыхать от повседневных дел беззаботно и с пользой, ведь развлечения и нужны для того, чтобы умножать позитив и хорошее самочувствие. Кто-то любит семейный отдых на свежем воздухе, кто-то предпочитает заняться спортом. А какие еще увлекательные развлечения есть в Славянске на Кубани? Расскажут наши корреспонденты. Весело, интересно и с пользой можно провести выходные в Славянске на Кубани. Сейчас мы не только расскажем, но и покажем, как разнообразить свой досуг. Интересная вечерняя программа отдыха для детей проводится каждые выходные дни. На театральной площади города с 6 до 8 часов вечера работают интерактивные площадки, организованные специалистами управления по делам молодежи. Бой подушками, рыбалка, веселые старты, ростовые куклы, а также общение со сверстниками вызывают восторг у детей. Мы с мамой сюда приходим, мама сидит, а я играю. Я привожу сюда своих подруг, и мы играем. Детская площадка – место встречи, общения, веселых игр. Здесь каждый ребенок находит себе увлекательное занятие по душе. Одна из самых любимых площадок в Центральном парке. Недавно здесь появились новые игровые элементы, которые уже полюбились детворе. Мне тут нравится гулять, ну, потому что тут очень много разных качелей, они безопасные, как бы тут весело. Я прихожу сюда с друзьями каждый день практически, гуляю тут, катаюсь. Самая классная качель – это паутина, на ней безопасно, не упадешь. Здесь очень много качель поставили, и тут много цветов, тут красиво. Еще тут очень много классных аттракционов. Для юных славянцев, которые любят прокатиться с ветерком, работает парк аттракционов. Море позитивных эмоций маленьким непоседам здесь обеспечено. А пока малыши играют, шумят и веселятся, их родители, бабушки и дедушки отдыхают в парке. Но не только детвора и их родители активно проводят выходные. Люди старшего поколения тоже дома не сидят. В парке имени Григория Пономаренко кто-то читает книги, кто-то вышел на прогулку с внуками. А вот Валентина Гетманова вместе с подругой каждые выходные приходит в парк. Посидеть вблизи фонтана, полюбоваться на окружающую красоту. Мы любим на этой лавочке отдыхать. Вот этот сквер, вот эту зелень, вот эту природу нашу кубанскую. И мы очень рады, что погода такая позволяет нам отдых устраивать. Вот любим здесь посидеть, отдохнуть, посмотреть на природу, на людей, на детей, которых сейчас в Славянске, кстати, очень много молодежи и много детей. А вот для ценителей классической музыки с самого утра в парке имени Григория Пономаренко радует всех прохожих своим творчеством духовой оркестр. Любит активный отдых, кто-то более спокойный, а некоторые предпочитают в свободное время уделить время спорту. Сменив парадную форму одежды на спортивную, мы пришли на городской стадион. Такую форму отдыха используют не только профессиональные спортсмены, но и просто жители, которые ведут здоровый образ жизни. Каждый выбирает сам, чем заниматься в субботний вечер. Но я выбираю спорт. Я думаю, что как бы для себя это будет лучше намного. Катание на велосипеде, скейтбордах или роликах – такой вид отдыха очень популярный среди славянцев. Чаще всего любителей экстремального отдыха можно встретить по улице Красной у фонтана. Этот живописный уголок нашего города каждые выходные собирает вокруг себя людей разного возраста, социального статуса и профессий. Пришли вот тоже отдохнуть сюда, к фонтанчику, посмотреть, как детки купаются, бегают, и самим вспомнить свое детство. Вот с женой здесь сидим, отдыхаем. После работы. Место хорошее здесь, очень красивое. С внуками приходим, да, отдыхать. С внуком приходим, отдыхаем. Очень приятное, да. Место, спокойное. Город очень Нам красивый. Нам очень нравится. Мест отдыха в Славянске на Кубани очень много. И все они многообразные. Отлично отдохнуть и получить новые впечатления можно в кинотеатре. Здесь для киноманов всегда найдется новинка из мира кинематографа. Любимое место отдыха уже много лет является район Северного парка. Нравится он всем – мамочкам с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, молодежи. И здесь действительно хорошо. Можно покормить диких уток, покататься на катамаранах, сфотографироваться на красивом фоне, послушать современную музыку и даже потанцевать.
Это очень красивый, ухоженный город. Всегда сюда приезжаешь с удовольствием. Здесь народ веселый, добрый. У меня есть любимые места. Это улица Красная, вот где кинотеатр «Кубань», возле «Гэлакси». Очень удобное место. Пруд красивый, кинотеатр есть. Молодежи есть где отдохнуть. А в Северный парк мы приезжаем уже не первый раз, и нам нравится тут танцевать, отдыхать. Тут очень интересная музыка. И на самом деле я как бы собираюсь учиться в Славянске, и потом в будущем думаю переехать. Ну, потому что город очень, ну, такой небольшой, но как бы вся инфраструктура имеется, то есть очень удобный. Какой бы вид отдыха вы ни выбрали, главное, чтобы он принес удовольствие и надолго остался в памяти. А уж куда пойти, выбрать несложно. Ведь и в нашем городе столько красивых и необычных мест, которые мы не замечаем за каждодневной суетой. И выходные – это то время, когда можно на время забыть о всех своих делах и заботах и провести свое свободное время всей семьей или с друзьями в живописных местах Славянска на Кубани. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».